Выполнение процедур азотенс-терапии. Лечение заболевания шейно-воротниковой зоны. Видеоруководство. Что такое азотенс? Азотенс – это технология совместного применения лечебного озонсодержащего крема ОЗО и нервно-мышечной электростимуляции ТЭНС, открывающая новые возможности для лечения заболеваний позвоночника, суставов, мышц, связок. Благодаря электростимуляции озонсодержащий крем максимально полно проникает в очаг поражения. Именно в этом залог успешного лечения – остеохондроза шейного отдела позвоночника, шейно-плечевого радикулита, улучшение мозгового кровообращения. Есть противопоказания. Предостережение. Если в ходе процедуры поднялось кровяное давление, то выполнение прекратить, обратиться к врачу за консультацией. Инструкция по применению. Процедуру проводить в удобном положении, сидя или стоя. Подготовить крем, стимулятор, электроды. За 3-5 минут до процедуры шею и спину увлажнить. По возможности сделать компресс горячим влажным полотенцем. Разместить электроды на столе. Нанести и распределить озонсодержащий крем Азотенс. Для усиления лечебного действия на шею нанести немного крема, не втирать. Установить электроды, закрепить шейным ремнем. Контролировать установку в зеркале и с помощью строп. Зафиксировать электроды нательной майкой и поясным ремнем. Подключить разъемы к гнездам стимулятора. Включить стимулятор, установить режим ТЭНС. Выбрать программу номер 4. Задать интенсивность 10, обычно от 4-5 до 20, максимальное значение 40. Процедура началась. Из-за адаптации тканей увеличили интенсивность. Интенсивность должна быть высокой, но не болезненной. Прошло 30 минут. Процедура завершена. Стимулятор выключить. Разъемы отсоединить, электроды снять. Контроль впитываемости. Крем впитался полностью. Процедура проведена успешно. Отсоединить от электродов шейный ремень и ширму. Электроды промыть под струей воды, в том числе зону под электродами. При промывке и сушке провода от электродов не отключать. Шейный ремень и ширму промыть при необходимости. Электроды, ширму и шейный ремень сушить при комнатной температуре по отдельности. Для эффективного лечения добейтесь полного впитывания озонсодержащего крема. Частота применения. В острой фазе заболевания процедуру проводить ежедневно, 10-15 процедур до ощутимого улучшения. В дальнейшем процедуры выполнять по мере необходимости курсами, по 5-6 процедур через день.